Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова, мой канал заработок в интернете. Это видео по бонуснику Profit Maker. Значит, ну, помаленечку набирает обороты, выплаты идут. Давайте зайдем в кабинет. Проверила я его на вывод. Все замечательно, все платит. Вот мой вывод. 26 сентября, рубль 68. Комментарий, выплата с проекта Profit Maker. Так? Но не все так просто. Я помучилась, конечно, с этим выводом. В чем здесь фишка? Значит, я поставила на вывод. У меня на балансе было рубль 69. Ставлю на вывод. Мне пишут, у вас сумма больше положенной. Угу, смотрю, у меня здесь рубль 70. Ну, думаю, опять лохотрон. Я на реинвест. Думаю, как бы мигает. И опять сумма больше положенной. Ага, думаю. Значит, что я сделала? Я, значит, начала ждать, пока сумма, где же начисления каждую секунду идут. У меня здесь рубль 70, здесь рубль 69. И начала страничку обновлять. Постоянно обновляла, пока на балансе не стал рубль 70. И я по пыльникуму нажала вывести. Вот только тогда у меня все вывелось. А так фиг догадаешься. Потому что на копейку больше здесь. Понимаете, у вас, например, рубль, а здесь рубль 1. Вот. Ну, тем не менее, проект платит. Теперь буду знать. И что я буду делать? Я буду теперь помаленечку хотя бы рублей до 15 ставить на реинвест. Чтобы хотя бы, чтобы побольше сумма была. Бонус бонусом. Я сюда вложила 10 рублей. Вот. И что еще здесь? Знаете что? По поводу вывода хочу сказать. Здесь, оказывается, есть заглушка. Так, заглушка вроде бы 10 рублей. Хотя бы не по... Ну, выплата на ПР. Так, значит, сразу же после... Ну, было вот написано, что 10 рублей вроде как заглушка. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Проект платит, я довольна. Буду теперь ставить на реинвест. Ну и выводить. Я вам сказала, как подгоняйте сумму. Если у вас рубль, тут будет рубль 1. Ну, например, рубль 0,1. Так что подгоняйте сумму и по-быстренькому ставьте на вывод. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.